Сделать город Покачи еще более уютным и комфортным для жителей. Такую цель ставят перед собой городские власти. Улицу Тихую благоустроят в 2023 году. За ее преображение одобрительно проголосовали 153 человека. Выбор территории для облагораживания происходил на портале «Открытый регион Югра» с 29 августа по 29 сентября. Тротуары для пешеходов, скамьи и урны появятся от пересечения с Молодежной до Мира. Кроме того, в планах также установить видеонаблюдение на новой очереди сквера. Необходимость обусловлена желанием подольше сохранить первозданный вид архитектурных сооружений, которые сейчас радуют посетителей. Безусловно, появление системы контроля продиктовано еще и мерами безопасности.